Привет, ребята, с вами Вайта, и сегодня я буду играть по Human Fall Flat. И я буду управлять корабль в этой серии. Я знаю, потому что один раз играл, и вам покажу, как это делать. Сначала я в лодке буду кататься на кораблю, тот же место. И будем веселиться в корабле. И давайте начнем. Ну а перед началом ролика хочу, чтобы вы все поставили лайк, подписались на канал и поставили на колокольчик. Так сразу, ну, давайте начать за нас, чтобы корабль тоже все заново было. Идем на корабль. Вы думаете, почему я так тихо разговариваю? Потому что я не хочу испортить мой звук. Лучше корабля. Все так и не все. Принесем корабль. Сколько? Где-то вот. Вот сюда. И быстрее на нее сядем. Опа. Нет. Все. Все нормально. Ой, будет надолго, простите, ребята, нам нужно. Ой, как обратно. Ой, простите, я управлять пока что вот так вот не научился, но корабле учился. Круто. Вот думаете, почему я не могу управлять? Потому что круто. Ща, опа. Я двоих управляю, не думайте, что я только один беру. Пошли. Вот сюда стоим. Чтобы лучше было все. Все. Тут весело, да, ребятушки? Давайте весело. Я здесь, мне не весело, потому что я сам играю. Мне надо все научиться кататься на лодке. Точно должен дойти до корабля. Как это мой первый видео на Новый год. Поздравляю ваш Новый год 2020 года. А мой новогодний подарок — поддержаться лайками, подписками и колокольчик нажать. Это точно будет мой самый лучший подарок. Мне 10 миллионов подписчиков. И я обещаю, буду сделать точно таких видео больше и в пластилиновом мире. Обещаю вам. Не бойтесь, это вот такой вот вещающий свет. Мне этот пугает, что я упаду. Ну нет, это не так. Не смотрю. Видите, вот он, корабль наш, можете издалека видеть. Походу мне надо снова вот. Так вот, правда, видите, какой ограды за это ставить, вот эти. Мне кажется, сейчас надо повернуть, потому что эти мешают.
так вот лучше. Пошли на кораблю. Как вижу, такие крутые вещи здесь. Не думайте, почему я на лодке, а не катере. Потому что катер я не смог его вот перенести сюда. Смотрите, как они большие. Моя лица... О, все увидели. Даже посмотрите, похоже я на роботу. И я сейчас пойду на корабль. Я пират буду здесь. О! Посмотрите сзади. Как страшно, да? Видите, какой она большая, большой корабль, какой большой корабль. Какая красивая. А посмотрите, как он танцует. Гулик-гулик. Ну ладно, не надо. Если это вам мешает, я не могу его убрать. Посмотрите, это что-то другое. Этот больше. А мы давайте прыгаем вниз. Опа. Вот и корабль. Сохранение поставился здесь уже. Ой, подождите, нет. Ну ладно. А вот. А, нет, ну ладно. Все так. Утоплись. Мне нужно допрыгнуть оттуда и оттуда пойти на корабль. Допрыгнуть до корабля. Вот здесь. Руки вверх. Ой, подождите. Опа. Вот так. И прыгаем. Прыжок. Вот. И теперь мы на корабле. Поздравляю вам, вы увидели на моё корабль. Мой корабль. Ой, какой красивый мир. Я сейчас пойду куда-то. Мне кажется, туда надо. Туда надо. Пошли. Давайте помним нас. Нет. А давайте вот так проверим, получится у нас. Ой, посмотрите, корабль, он двигается. Красиво, да? Полный назад. Назад. Идет назад, видите. Это пили. Свет нам. Давайте, я пират. Кто ты? Не надо так. Учись, ребята.
Думаю, лучше вот это держать, потому что мне приставит вот так вот повернуться. Корабль, все. Полный вперед. Пошли! Подождите, ребята. Полный назад. Вперед. Мне кажется, вот так вот. Ай! Ай! Ребята, как мне это бесит. Тогда вот так вот лучше. Мне повезет, я уверен, потому что я один раз уже провел. Не второй раз. Это не первый раз я делаю, это второй раз, ребята. Почти походу дошли до нее. Не приставит отсюда. Все. Надо на другой. Что-то мне не нравится, он куда-то стол перестал. Туда, а ты вот сюда. Вот так-то лучше. Идем, идем. Вот там бьет. Я знаю, что получится. Видите, я управляю. Если дойду наконец-то. Я пират, я молодец, да? Ребят, за это очень много лайков. Все, сохранение у меня будет, да? Вот, сохранение. Ребята, с вами... Это ролик должен уже заканчивать. Пора, не пора. Ну что ж, ребята, с вами был я, Ютайс. Вага. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.